без лишних слов начну. Если нужно будет что-то пояснять по ходу дела, буду пояснять. Спасибо.
и я буду рядом. Ты делаешь солнце, ты делаешь птицы и меня одним только взглядом. Ищу я закрытыми глазами.
Теперь объясню, почему тут не полный состав. Нас гораздо больше, потому что все вот эти люди, плюс еще те, которых здесь нет, участники мюзикла «Алые паруса». Вот перед вами наша Ассолька, которая сейчас... Приветствуйте ее, пожалуйста. Мы не стали всех сюда тащить, потому что мы тут просто не подключились, ну, не влезли бы на сцену и так далее, стали бы пихаться. Поэтому таким немножко ограниченным составом выступаем. Сейчас мы споем вам песню из мюзикла «Алые паруса». Это та песня, где Ассоль маленькая, она бежит за корабликом, за игрушечным по ручью, ловит его, с ним пытается играться, потом снова его отпускает. Вот такая песенка. Собственно, этот кораблик привел ее к судьбоносной встрече со сказочником, который ей потом рассказал всю эту историю. Ребенок 7 лет, короче говоря, идет в лесу с корабликом. Будет воображаем. Воображаем. Фонит. У меня, говорят, фонит, нет? Раз, два. Три, четыре.
4. Просто какой-то очень сильно выведенный. Один. Ну, конечно. Я боюсь, это пойти уже. Ну, будешь в микрофон, ну что? Тупой. Нет, то не тупой. Чем больше его уложить, тем задача ты поешь, как получается. У нас уже Настя такая. Хорошо. Мне говорить ему или не говорить? Что делать там? Все, сейчас мы устраним. Следующая песня будет такая южная. Попробуем южную песню. А теперь так, да? Иногда друг звезды окликает.
Сейчас еще одна песня из мюзикла прозвучит. А соль уже подросла, стала ждать свой корабль с алыми парусами. А это дело такое было непростое. У нее еще соседи вокруг нее всякие, которые не одобряли ее поведение. Перестану ждать, а он сейчас, быть может, движется ко мне.
Спасибо. Ваша посоль. Вы готовы к труду и обороне?